Руководитель администрации главы правительства Рустем Келихсаев встретился с российскими тревел-блогерами. Гости прибыли в республику в рамках социального проекта «Уажек Тур» для составления собственного маршрута, который войдет в реестр Республиканского комитета по туризму. Рассказали о своих впечатлениях. Я считаю, что Кавказ – это невероятное место, невероятное своей природой, своей красотой, своей атмосферой и людьми, потому что такого гостеприимства я нигде еще не встречала. Российские инстаграм и ютуб-блогеры посетили 4 туристических маршрута, включая традиционный и активный отдых, пеший и культурный туризм в местах с богатой историей. В процессе пребывания в регионе ребята транслируют свои впечатления на личных страницах в социальных сетях. Я здесь нахожусь третий день, но я уже точно знаю, что я каждый год, ну, как минимум на неделю должна сюда приехать. Природа Северной Осетии, культура, традиции вдохновили гостей. А для блогеров из Башкортостана Осетия стала особенным местом еще и потому, что здесь они приняли решение связать себя узами брака. Мы приехали из Республики Башкортостан. Меня зовут Байрас, мою будущую невесту Айзеля. Рад, что находимся в Осетии и, ну, в целом очень довольны, рады. Да, для меня это было сюрпризом, что он сделал мне здесь предложение. И, конечно, это было очень приятно, потому что место просто невероятно красивое. И не скажу, что я не ожидала, почему-то я в душе чувствовала, потому что интуиция. Вот, ну а так, в целом, проект очень классный. Спасибо большое Лене за организацию в целом, за то, что нас так вот по группам тоже разделили. Это тоже интересно. И разные маршруты мы пробуем, и разную еду, и посещаем абсолютно разные места, и плюс, если ты не был где-то, можно у ребят посмотреть в сторисах или в постах и понять, что это есть, что сюда нужно приехать еще. Да, огромное спасибо команде организаторов, и очень было приятно получить лично поздравление от руководителя главы администрации, ну, тоже мне ожидали. Спасибо.